Водоисточники Дагестана обследуют специалисты Роспотребнадзора России. Шестеро из них будут работать на 18 объектах. Их задача – собрать максимальный объем информации о состоянии источников питьевой воды, стоках и сбросах, а также о процессе обеззараживания и очистки. С руководителем рабочей группы встретился премьер-министр республики Артем Сдунов. Привлечены также будут эксперты и специалисты научно-исследовательских институтов, которые предложат варианты устранения обнаруженных нарушений. К работе также будут подключены и главы муниципалитетов.